крокодильнице. В этом видео я вам хочу предложить связать вместе со мной вот такой вот комбинезончик. Посмотрите, какой он прелестный. Вязала я его на вязаную же куколку. Вот такая у меня куколка. Вот. То есть вот на него я вязала. Значит, к нему же еще прилагается вот такая вот шапочка. Ну, здесь можно помпончик сделать еще, в принципе. Но не делала я пока помпончик. То есть это не так важно. Вот. Что я хочу сказать. Когда я делала видео, записывала, я вообще планировала комбинезон этот связать с капюшоном. Но по ходу вязания у меня всего лишь один клубочек был такой, ниточки. И по ходу вязания я обращаю внимание, что у меня не хватает ниток на капюшон. Поэтому я решила сделать воротничок. И воротничок тоже сначала связала вот с этих ниточек. Даже не воротничок, а как бы стоечку такую сделала. Несколько рядочков вязала. Но когда начала вязать шапку, здесь я уже решила здесь сделать, значит, белой ниточкой, как бы вот такой отворотик я связала, крючком связана. Вот, затем я вязала вот этой основной ниткой, и смотрю, у меня и даже на шапку не хватает, пришлось мне распустить вот свой этот воротничок, который был у меня связан этой ниткой основной. И здесь даже тоже вот у меня не хватило, то есть здесь вот макушечку я связала с белой ниточки. Вот, ну и здесь тогда решила я уже связать из белой нитки прям воротничок. Описания воротника в видео нет. То есть, в принципе, здесь сложного ничего нету. Значит, изначально будет набрано там 44 воздушных петельки, крючком все это связано. Значит, тоже так же я набирала 44 столбика с накидом по краю, ну, по горловинке. Вот, следующий ряд я вязала, петель 10, наверное, я провязала здесь столбиком без накида, вот с этой стороны и с этой стороны, то есть вот с двух сторон. Затем 5 петель я провязала полустолбиком с накидом. Серединка у меня связана столбики с накидом. Ну и здесь аналогично начало, то есть здесь тоже 5 столбиков у меня, по 5 полустолбиков с накидом, и здесь 10 столбиков без накида. Следующий ряд у меня связан столбиками с накидом, но здесь я делала добавки, то есть прибавки делала. То есть здесь я вот в самом начале сделала одну прибавочку, потом где-то вот здесь примерно на плече сделала прибавочку, потом в серединке прибавочку у меня, здесь тоже у меня на плече, даже пораньше маленько. А, ну две здесь у меня прибавки на плече, и здесь прибавка тоже. Вот, то есть я маленько расширила воротничок. И последний ряд тоже в конце и в начале у меня прибавочки идут. И просто столбики без накида, ой, столбики с накидом идут уже без прибавок. Вот. И все. Больше я не вязала здесь ничего. Потом я обвязала все это узором рачий шаг. Рачий шаг вяжется, это столбики без накида, и начинают вязаться не как обычно вперед мы вяжем по вязанию, а идет назад крючком. То есть вот так обвязываем. Идут столбики без накида и одна воздушная петелька. То есть я сначала начала вязать без воздушной петельки, сильно получилось, ну, как бы некрасиво. Даже я могу показать вот на шапке. Вот на шапке я тоже начала вот здесь вот в конце, сзади делать. Вот отсюда начала вязать. И вот когда сюда перешла на завязки вот эти вот, и мне тоже так некрасиво, потому что здесь идут завязочки, идут тоже здесь столбики с накидом. И я прям как раз вот в эти вот столбики я вот крючок вдевала и вязала вот этот рачий шаг с воздушной петелькой еще. Вот. То есть, я еще раз повторюсь, воротничка в описании нет. Вот.
Можно без воротничка связать, можно там как стоечку наподобие сделать. То есть это там уже будет по вашему желанию. Вот это по комбинезону. Здесь я вот тоже провязала вот этот вот край, провязала рачьим шагом. Вот здесь вот и воротничок обвязала. Вот это по комбинезончику, так сказать, примечание. Шапочку вязала я тоже, не хотела ушки делать, просто хотела шапочку связать и все. Вот это вот описание вот этой вот вот этого места в шапочке, в видео будет описание. Вот эти вот столбики как вяжутся, она как резиночка такая, она смотрится хорошо, она такая плотненькая. Вот затем, значит, вот этого дальше описания у меня там тоже видео нет. Если вы хотите, чтобы я сняла видео, я могу отдельно прям по этой шапочке снять видео. Но здесь тоже ничего сложного. Здесь, в принципе, на одинаковом расстоянии у меня вот идут еще. Вот здесь как вот идет косичка вот эта вот, то здесь я так и делаю вот этот вот столбик выпуклый. Он так идет. А это просто столбики без накида. То есть так вот шапочка связано, здесь потом убавки идут в конце. Вот. И вот эти вот ушки, здесь как бы они выглядят как будто бы сильно вот сзади сделаны, но на кукле они, я по кукле мерила, и вот по кукле я вот так и сделала вот эти вот завязочки. Сейчас я вам покажу, как это выглядит все на куколке. Вот, смотрите, как это выглядит все на куколке, вот такой костюмчик. Я думаю, что очень хорошо смотрится он, красивенько. Вот. Вот смотрите, завязки на ушках. То есть, как бы, если бы сюда близко, мне кажется, щечки бы сильно закрывала. А так очень хорошо, она шапочка хорошо держится. Вот, ну, помпончик тут сделать можно. Пока мой малыш босиком, поэтому в следующем видео будем вязать на него ботиночки. Так что присоединяйтесь, вместе будем вязать. Ниточки я взяла Ализе Экстра в 100 граммах 220 метров. Крючок у меня 2 миллиметра. Итак, набираем 44 воздушных петли. Так, вот мы набрали 44 воздушных петельки, косичку связали такую. И теперь первый ряд вяжем столбиками с накидом. Но для этого нужно нам провязать 3 воздушных петли подъема. И в четвертую петельку начинаем вязать столбики с накидом. Вяжем столбики с накидом. У нас должно получиться 44 столбика вместе вот с этим столбиком подъема. Так, провязала я ряд. Набираем 3 воздушных петли. Три петельки подъема, переворачиваем вязание. И теперь будем делать прибавки. То есть линии реглана определим. Провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Затем у нас идут рукавчик идет. Там мы будем провязывать 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
и 8. Так, затем снова линия реглана у нас здесь будет 3 столбика с накидом в одну петельку. Затем у нас пойдут петельки спины. Здесь мы провяжем 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Затем у нас снова линия реглана. В одну петельку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Затем у нас идет второй рукав. Провязываем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 3 столбика с накидом провязываем в одну петельку, и последние петельки у нас должно получиться 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот мы провязали второй ряд. Здесь у нас выделяются линии реглана. Теперь вяжем следующий ряд. Также провязываем 3 столбика, 3 воздушных петельки, это столбик подъема, и вяжем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Следующее у нас будет 3 столбика с накидом идет. То есть каждый раз здесь по краям будет по одной добавляться петельки, а где рукава и спинка, там по 2 петельки будут добавляться по сравнению с предыдущим рядом. То есть вот здесь мы вязали, первый ряд у нас было 7 столбиков. Вот у нас первый идет столбик подъема, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И один добавочный у нас получился, 8 столбик. 8. Следующую мы добавляем, прибавку делаем, то есть 3 столбика провязываем. Затем у нас идут петельки рукава. В предыдущем ряду мы провязывали 8 столбиков с накидом. Так как мы добавили здесь, то есть с той стороны по столбику, получается у нас сейчас мы провязываем 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующий столбик вяжем, в следующую петельку вяжем 3 столбика с накидом. Затем у нас идут петельки спинки.
В предыдущем ряду мы провязывали 10 столбиков с накидом. Здесь у нас на 2 столбика будет больше, поэтому провязываем 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Так, провязали мы здесь 12 столбиков с накидом. Затем идет снова прибавка, то есть в одну петельку прибавляем мы, провязываем 3 столбика с накидом. Затем у нас идет петельки рукава идут, вяжем мы здесь 10 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем вяжем 3 столбика с накида в одну петельку. 1, 2, 3. И затем провязываем 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. 8. Так. Так, следующий ряд. 3 воздушные петельки. Поворачиваем вязание и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот с этим столбиком у нас 9 получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть столбик подъема и 8 столбиков с накидом. Затем идет прибавка. То есть в одну вяжем, в одну петельку провязываем 3 столбика с накидом. Затем петли рукава у нас провязывали в предыдущем ряду. У нас было 10, сейчас у нас будет 12. 12 столбиков с накидом провязываем. 1, 2, 3. 9 10 11 12. Затем идут опять прибавки у нас в один, в одну петельку 3 столбика с накидом. И затем петельки спины. У нас здесь, значит, 12 петель мы провязывали в предыдущем ряду. Здесь провязываем теперь 14 петелек. Потом опять будет у нас в одну петельку 3 столбика с накидом. Потом затем будет у нас 12, провязываем, снова прибавки мы делаем. И здесь у нас 9 столбиков с накидом. То есть здесь вяжем самостоятельно. В принципе, здесь ничего сложного нету. То есть добавляете, каждый ряд у нас увеличивается. Вяжем здесь самостоятельно. Так, провязали мы этот ряд. Следующий ряд. 3 воздушных петельки. И вяжем. Теперь здесь у нас должно быть 10 столбиков с накидом, включая вот этот столбик подъема. То есть столбик подъема мы провязали. И здесь теперь 9 столбиков с накидом провязываем. Довязываем до петелек
до столбиков, где мы делали прибавки. Здесь их уже как бы видно. Вот они, три столбика идут, 1, 2, 3. То есть первую мы провязываем сюда, вот петельку провязываем, а вот в эту уже, в этот столбик уже делаем добавки, прибавки опять. То есть провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И затем также провязываем, опять здесь вяжем, 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 вяжем столбики, доходим до вот этой вот прибавки, до вот этих 3 столбиков. Опять первую мы провязываем, во вторую мы делаем прибавки, то есть 3 столбика с накидом в эту провязываем. Затем мы опять вяжем, 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 опять доходим до вот этих 3 столбиков, первую провязываем, во вторую мы делаем прибавку, то есть 3 столбика провязываем во вторую петельку. Затем опять вяжем, 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 опять проходим, доходим до вот этих столбиков, и все то же самое повторяется. И здесь до конца доходим. То есть здесь, в принципе, ничего сложного нету, поэтому я думаю, здесь самостоятельно этот ряд можно провязать. Так, провязали мы этот ряд. То есть давайте еще раз проверим. Здесь у нас, значит, столбик подъема и 9 столбиков с накидом. Итого 10 столбиков. Здесь мы провязали 14 столбиков. То есть здесь вот 3 столбика с накидом в одну петельку провязали. Потом 14 столбиков. Потом еще увеличили, провязали 3 столбика с накидом в одну. Затем у нас 16 идет. Затем опять эти 3 столбика, затем 14, и здесь тоже 3 столбика и 10 столбиков. Вяжем теперь 3 столбики подъема. И провяжем сейчас еще один ряд. Еще один ряд провяжем, тоже такие же прибавки делаем. И затем уже будем рукавчики померяем на куколку, и рукавчики, скорее всего, уже отделим. Так, провязываем 3 столбика с накидом, 3 воздушных петельки провязываем, столбик подъема, и вяжем. Значит, здесь у нас теперь будет 11 столбиков вместе вот с этим столбиком подъема. Так, вот считаю я 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 11, да? 11. Можете, чтобы не спутаться, можете считать каждый ряд, просчитывать, чтобы не спутаться. Можете, если вы все вяжете, вы точно уверены, что вы не пропускаете ни один столбик, можете, здесь уже видно, вот доходите до этих вот петелек и уже провязываете там, где надо, прибавки делаете. Но здесь то же самое, как и предыдущий ряд. То есть здесь мы провязали 11, здесь у нас было 14, значит, здесь будет теперь 16, здесь 18, здесь 16 и здесь 11. То есть вяжем самостоятельно. Так, провязали мы этот ряд. Давайте померяем на куколке, как это у нас будет выглядеть. Так у нас будет выглядеть на куколке. Вот, но я считаю, что надо нам еще один ряд провязать с прибавками, потому что это комбинезончик, пусть он будет пошире, посвободнее. То есть еще один ряд провяжем и потом уже рукавчики отделим. Так,
Так, это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 7-й ряд вяжем. Вяжем 7-й ряд аналогично предыдущим рядам. 3 петли подъема. И провязываем. Или же считаете вы на одну, здесь прибавляете, здесь по краям на одну, здесь по 2 петельки добавляете по счету между прибавками этими. Или доходите до вот этой прибавки, и здесь я уже объясняла. То есть можете не считать. Давайте провяжем еще здесь один ряд. И следующий ряд мы уже рукавчики отделим. Так, вяжем теперь также столбик, петельки подъема, 1, 2, 3, поворачиваем вязание, и теперь вяжем. Значит, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да? Здесь мы добавим 2 петельки, прибавочку сделаем. Так, вяжем 2 3, 3 петельки, 3 столбика привязали, затем прибавку сделаем, 2 столбика в одну, затем 1 2 3 4, 5, и прибавку еще здесь сделаем, 2 столбика в одну петельку провязали. Так, затем 1, дошли мы до вот этих вот 3 столбиков предыдущего ряда. Значит, первый мы провязываем, второй и третий столбик мы приплюсуем к рукаву. То есть здесь сейчас набираем 5 воздушных петелек и считаем. Ну, то есть не считать, можно не считать. Как бы доходим вот до этих вот 3 столбиков с накидом. И 2 столбика мы к рукаву убираем. А в третий делаем столбик с накидом. Давайте посчитаем, сколько у нас будет здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. То есть вот эти 22 петельки у нас пойдут на рукава. Вот. И в 23-ю мы провязываем столбик с накидом. Набрали 5 воздушных петелек и вяжем затем. Так, провязали 4 столбика с накидом, делаем прибавку. Так, прибавку делали, затем провязываем 6 столбиков, 2 3 4 5 6, делаем прибавку. Затем провязываем 6 столбиков. 1 2 3 4 5 6, делаем прибавку. Так, и здесь вот у нас мы дошли до вот этих 3. У нас 1, 2, 3. Ну, здесь 3 столбика с накидом делаем. Так, 1 2 3, провязываем 5 воздушных петелек, пропускаем рукав до
вот этих трех петелек. То есть первую мы к рукаву, вторую тоже к рукаву, и в третью мы провязываем столбик с накидом. Так, 1, 2, 3, 4. Затем прибавка у нас будет здесь. И 1, 2, 3, прибавка. И 1, 2, 3, 4. Так, вот мы выделили рукавчики, то есть здесь потом рукавчики будем вязать. Так, вяжем дальше. Три воздушных петельки, столбик подъема. Так, давайте через 4 петельки давайте сделаем, через 4 петли, через 4 столбика делаем прибавку. Вот 4 мы провязали, делаем прибавку, затем 4 столбика. Один, два, три, четыре, прибавка, один, два, три, 4, прибавка. Затем вот эти петельки мы просто провязываем их. Здесь 5 у нас петель. Провязываем их. Столбики с накидом делаем 1, 2, 3, 4, 5. Так, затем делаем прибавку. Затем 1, 2, 3, 4. Прибавка. Один, два, три, четыре. Прибавка. Один, два, три. Четыре. Прибавка. Один, два, три, четыре. Прибавка. Один, два. Здесь давайте 3 провяжем и сделаем прибавку. Затем у нас идет 5 петелек рукава.
1, 2, 3, 4, 5. Затем прибавка. Один, два, три, четыре, прибавка, один, два, три, четыре. Прибавка и здесь 4 петельки провязываем 1, 2, 3, 4. Вот так у нас получается. Так, теперь провязываем 3 ряда без изменений. Так, девочки, вот здесь я решила как это, с подмышками 3 петельки связать вместе. То есть сделать убавку 1, 2, 3, 4. Подмышкой маленько здесь вот утянем чуть-чуть. И под другим рукавом то же самое также сделаете. То есть убавочку. 3 петельки вместе. Так, вот довязала я 3 ряда, связала 3 рядочка. Теперь нам надо будет соединить вот эти вот. То есть соединительным столбиком вот на этой стороне уже теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 столбиков пропускаете и соединительным столбиком, так вот соединительным столбиком, раз, так, не видите, да? Так, провязываем соединительным столбиком 3 петельки. Так, вот 2 и 3. Вот. И теперь начало ряда у нас будет вот середина здесь у нас, как считается. Будет считаться вот эта серединка. Поэтому здесь мы делаем 3 воздушные петельки, то есть петельки подъема, да? Здесь у нас еще на вот этой половинке у нас осталось 3 петельки, поэтому мы их соединяем вместе с этой половинкой. То есть провязываем вместе вот 1, 2 и третью петельку провязываем. Вот так, так сюда вот. Вот все, теперь отсюда у нас пойдет вязание, начало ряда будет здесь. Теперь будем мы вязать в круговую, то есть вяжем в круговую. Здесь тоже ничего сложного нету, просто вяжем в круговую. Довязываем вот до этих вот петелек подъема. Так, провязали мы этот ряд. И теперь провязываем еще 2 ряда, скорее всего. Но если у вас есть куколка, вы можете померить по ней. Давайте один ряд провяжем, померим на куколке, посмотрим. Я думаю, что 2 ряда надо связать. Давайте ряд сейчас свяжем и посмотрим.
То есть также в круговую вяжем. Я вот уже начала примерять этот комбинезончик. То есть вот смотрите, как у нас получается. Вот я думаю, что сейчас мы уже, наверное, наберем 7 петелек тут и будем вязать штанишки. Итак, провязали мы ряд один, да, и смотрите по своим буколкам, я больше вязать не буду. Здесь у меня 66 петель сейчас, было 72 петельки, когда мы здесь вот убрали вот эти вот, соединили их там по 3 с одной стороны, 3 с другой стороны, мы на 6 петелек убавили, и у нас получилось 66 петель. Теперь, значит, мы будем 66, это по 33 петельки сюда уходит. Так, вяжем теперь 3 воздушных петельки и провязываем 32 столбика с накидом, считаем 2 3 4 5. Так, провязали 32 столбика с накидом, вот с этим столбиком будет у нас 33 считаться. Теперь набираем 7 воздушных петельки, 3 4 5 6 7, так, и соединительным столбиком соединяем с началом ряда. Вот теперь у нас отсюда будет вестись начало ряда, 3 столбика, 3 петельки подъема, и вяжем. То есть у нас всего получается теперь 40 столбиков с накидом должно получиться. То есть вот здесь 33 плюс по этой вот перекладинке еще 7 петель. Должно получиться 40 столбиков с накидом. 33 и 7. Так, можем посчитать. Считайте. Так, у меня получилось 40 столбиков с накидом. И теперь соединительным столбиком соединяем. Теперь вяжите на длину ножки, но где-то ряда 2 не довязывайте, там мы убавим, немножко убавим и провяжем. Смотрите, вот от начала, когда мы соединили, здесь у меня вот 1, 2, 3, 4, 5, то есть вот здесь вот 5. Сейчас я померила по куколке, у меня получилось где-то вот до сюда, вот она идет. То есть сейчас мы ряд провяжем, убавим петельки, и потом два ряда провяжем столбиками, полустолбиками с накидом. То есть сейчас мы вяжем, значит, первые 3 петельки подъема, затем столбик с накидом, затем делаем убавку. 2 вместе, затем 2 столбика провязываем, делаем убавку, то есть через 2 столбика делаем убавки, 2 столбика провязываем, убавка, опять 2 столбика провязываем, убавка. Опять 2 столбика провязываем. И так вяжем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. И здесь соединительным столбиком соединяем. И теперь вяжем полустолбики с накидом. То есть сначала 2 петельки подъема. И вяжем полустолбики с накидом. Да.
Так, я провязала, получилось у нас 30 петелек. Теперь соединяем соединительным столбиком и вяжем еще один ряд. Также 2 петельки подъема и провязываем еще один ряд. Вот одела я своего ребятенка, и вот смотрите, как у меня получилось. Ну, я думаю, что еще один ряд можно провязать. Сейчас еще один ряд провяжу столбиками, полустолбиками с накидом. И вполне достаточно уже. И будем вязать следующую штанинку, гачу. Ну вот, довязали мы эту штанинку. Вот такие у меня получаются штанишки. Теперь присоединяем петельку, ниточку. Вот мы здесь вязали. Вот теперь следующую петельку соединяем, провязываем 3 столбика. Так. И вяжем. Теперь у нас должно получиться 40 столбиков с накидом. То есть здесь у нас 33, плюс вот отсюда мы набираем еще 7, у нас получается 40 петель, 40 столбиков. Вот здесь вот, чтобы дырок не было, я вам покажу, как это сейчас провяжем до этого места. Вяжем сейчас, у нас здесь должно получиться 33 столбика, провязываем. Вот я провязала 33 столбика. Здесь теперь, если мы сейчас начнем вязать следующий столбик, вот отсюда у нас здесь получается дырочка. Чтобы этой дырочки не было, мы сейчас провяжем еще вот следующий столбик, следующую петельку, из которой уже связаны у нас, вот здесь вот мы вязали, то есть здесь провяжем, не довязываем. Так, в серединке еще провяжем, так вот, не довязывая, и отсюда начинаем вязать. Вот, и теперь здесь так вот провяжем вместе петельки все эти. Так, здесь у нас должно быть, так, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Здесь то же самое. Если мы сейчас 7 провяжем, то у нас тоже такая большая дырочка получается. Поэтому мы сейчас вяжем так вот, не довязываем один столбик. Потом здесь вот серединку вот этого вот столбика два. И вот сюда еще можно третий. Вот, и теперь провязываем все петельки вместе. Все. И соединительным столбиком соединяем. То есть, итого у нас должно получиться здесь тоже 40 петель. То есть, сейчас следующий ряд вяжем и считаем. У нас должно получиться 40. То есть, так, 3 воздушных петли. И провязываем. То есть, всего вот с этим столбиком подъема у нас получается 40 столбиков. Так что вяжете и считаете. Вот провязала я ряд, у нас получилось 40 столбиков. То есть теперь вяжем также на такую же длину, все то же самое. Провязываем и вяжем, потом убавочку делаем в одном ряду убавочки. И ну, вот я в своем случае 3 ряда провязала полустолбиком с накидом.
То есть вяжете, считаете, чтобы ровненькие, одинаковое количество рядов было. Итак, вот связали мы штанишки. Теперь будем вязать рукавчики. Рукавчики соединяем. Так, присоединяем ниточку к рукаву. Так, 3 воздушных петельки подъема и начинаем вязать. Также вяжем столбики с накидом. Вяжем самостоятельно. Так, здесь у нас получилось 30 столбиков. Поэтому также вяжем все до запястья. Потом провяжем. Также ряд убавочный сделаем, и там можно будет 2 рядочка провязать полустолбиками с накидом. То есть по длине руки вяжете. Ну вот, довязали мы комбинезончик, здесь вот все ручки-ножки связали. То есть ручки у меня получилось тут. Так, вот давай вот, давайте вот отсюда посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. 11 ряд получился убавочный у меня с убавочками. И 2 рядочка связала полустолбиками с накидом. То есть вот так вот у меня. Так, начнем вязать шапочку. Я взяла детскую новинку. И резиночку свяжем детской новинкой. Выбираем цепочку. Цепочку набираем и меряем по окружности головы. Так, я набрала 76 петель и замыкаю в круг. Соединительным столбиком. Первый ряд провязываем столбиками без, столбиком с накидом, то есть 3 петельки подъема. И вяжем, обвязываем эту цепочку столбиками с накидом. Так, здесь можно вязать самостоятельно, здесь сложного ничего нету, просто обвязываем столбики с накидом. Ну, у вас может другое количество петель получиться по объему вашей куклы головы. У меня получилось столько. Так, вот я провязала ряд столбиками с накидом. Теперь будем вязать резиночку. Вяжем 3 столбика. Вот, 3. Вяжем 3 воздушных петельки. И теперь вяжем вогнутые столбики. То есть вот крючок заносим за вот этот столбик, предыдущий столбик. Провязываем. Следующую, наоборот, накид делаем, но уже с задней стороны, как бы крючок вот сюда наперед, и петельку протягиваем и провязываем. Затем снова накид делаем вперед. То есть крючок у нас по задней стенке идет. Вот так вот.
провязываем. Следующая, то есть с задней стороны крючок заводим и провязываем петельку. Опять спереди, следующая сзади. И так чередуем, у нас получаются как попеременно один столбик сюда вот выгнутый сюда, а второй туда вогнутый. Как бы вот такие вот столбики получаются у нас. И так получается резиночка. Вот. И так вяжем. То есть вперед заводим крючок, следующий назад крючок заводим. И так провязываем до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Вот так у нас получается. Так, вот провязала я ряд. Вяжем следующий ряд. То же самое все. То есть 3 петельки подъема. И теперь также вот первый за переднюю стеночку столбик, второй за заднюю стеночку столбик. Так вот вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вот такая у нас получается резиночка. Вяжите как вам нравится, как побольше или поменьше. Вот я свяжу, наверное, ряда 4. Вот это у меня второй ряд будет, еще третий и четвертый. То есть я 4 ряда свяжу вот такой резиночкой. Так, вяжем самостоятельно. Так, вот провязала я 4 ряда. Вот так вот хорошо, нормально будет, красивенько.